Ребята, всем привет, с вами Александр, у меня сегодня пятница вечер, самочувствие мое уже стало намного лучше, почти нормальное. По плану выздоравливаем к выходным. Так, что у нас осталось? Осталось почти 7 дней и 4 битвы нам нужно выполнить. И я думаю, вот как раз мы 4 битвы вот за эти выходные и выполним. То есть сейчас я, по идее, выполню вот могучие деньги и белая мгла, если повезет. Да, ну и на выходных у нас появится целых 3 турнира. Это будет более чем достаточно, чтобы нам открылась битва титанов. Итак, давайте так, для разминочки заглянем вот сюда. У нас здесь всего лишь 2 битвы редких. Думаю, почему бы не сразиться редкими? Мы редко ими сражаемся, вот так как, да? Редко редкими сражаемся. Так, ну что? Что здесь возьмем? Так. Ну, они тут слабенькие, вот так вот. Для разминочки пойдет, ребятки. Так, можно, можно, можно. Манолафазаврик. Так, он чем-то мне похож на тапиялозавра. Мордами они как-то похожи. Так, мы его прокусили, он нам сейчас 100% ответит, наверное, на 4, да, если у него будет 4 балла, он нас должен пробивать, и он это, значит, обязан сделать, у него нет выбора, он обязан нас проатаковать, и это отлично. А, ха-ха, ну я сомневаюсь, что он не знал о том, что он, как бы, там, 18 хилсов нам не добивал, это же компуктер, он все точно посчитал, но 18 хилсов нас спасло. Да, надо вообще-то, чтобы противник, вот компьютер, когда считал, вот чтобы у него была тоже какая-то погрешность. Специально ему процент ошибки какой-то добавлять, чтобы он мог иногда не точно считать. Это было бы справедливо. Так, а, у нас то же самое. Ну, травоядники. Вот один травоядники это все дело затащит. Давайте, о, возьмем вот этого. Вот это вот возьмем. Ну, пусть будет так. Так, пахик. Ну, давайте накопимся. Попробуем. Это гаденыш. Ну, нет, нет, не гаденыш. Собирай слова обратно. Молодец. Хватило нам. Так, ну, в общем-то, и хорошо, что он не помер. У меня будет возможность сейчас накопить баллы и подмениться на Фекадон. Было больно. Так, ну, нам хватит. Давай, Фекадон. 379 жизни и 277 сила удара. Неплохой процент. Так, вот такой зелененький, я что-то представлял его каким-то более оранжевым, наверное. Наверное, с секадонтозавром. Чаще вижу, потому немножко как бы путается. Так, ну это бесполезная была битва, я ее никогда бы не выполнял, если бы не нам не нужны были вот эти шильдики. Да-да-да-да-да, я в курсе, что у меня уже 25, может быть даже 26. Так, у нас суперсильный колобок, адский кабан. И Уртин Або. Так, ну если кто все понял, ставим лайк. А мы сейчас кого-то подберем. Так. Давайте вот так. Здесь на самом деле хватит каких-то и слабеньких существ. Более чем достаточно будет вот такого, мне кажется. Будет, конечно, не прикольно, если я сейчас сольюсь, но ладно. Это вообще совсем как бы небольшая потеря для нас будет, потому можно как бы попытаться. Я всегда стараюсь брать минимально сильных динозавров, ну, существ. А то мне иногда пишут, а чё я там взял двух, а не трех, почему я не взял самых сильных? Ну, потому что, чтобы было интереснее, и с учетом того, что нам нужно еще будет сражаться несколько битв. Так, давайте два поставим защиту.
Уртинушка. Ну, прикольнее выглядит, чем Индрикатерион. Так, ну три уже, думаю, можно перенести. Сейчас мы его должны пробивать. На все три, молодец. Так, мамонт 800. Ну, 4 балла бить надо. Раз, два, три, четыре. Ну, в общем-то, да. Разберемся. Без проблем. Архиотерия сейчас тоже пробьем. Хотя он довольно-таки неплохо дамажит. 4 подменился. 3 у него осталось. И атакует на 1. Осталось 2. Это очень хорошо. Вот я что-то про этот момент как-то забыл. Да, я рано слил Брантотерия. Так, ну сейчас мы немножко его пробьем. И он должен на 5 проатаковать из 6, конечно. Не очень хорошо. Но что поделаешь? Мы знаем, что, блин, у тела Космила мало очень жизни. Плохо дело, ребята. Блин, чё... Очень плохо дело. И если он... Короче, он меня пробил, представляете себе? У него будет у 700 же сила удара. У него будет 5 баллов. Буквально не хватило каких-то там 60-70 баллов, ребята. Блин. Немножко я зазевался. Можно было победить в этом бое. Не печалься, кошечка, мы сейчас все порешаем. Так, ну что, придется теперь брать действительно кого-то крепкого. Возьмем Фараракса. Возьмем Мамонта. И Сумчатого Льва. Ну, погнали так. Ну, чуточку нам не хватило в первом бое, конечно. Так, полторушку бьет Уртинотериум. Больно, конечно, но не смертельно. Птичку буду беречь. Надо было на Сумчатого Льва, конечно, подмениться. Ну ладно, если он сейчас не пробьет меня, то у нас будет все в шоколаде. Решил пробить таки, но это меня пока что не пугает. Но Сумчатый Лев, блин, его надо было сливать, у него мало жизни. Ну вот так, мы все равно нормально выживем, да, у них же удар в полторушечку, а у нас еще Гасторнис практически живой, целенький, так что нормально будет. У кабана как будто бы глаза ему кто-то выколол. 4. Атака на 4. Фигушки тебе. Моя птичка выжила. Чу, у меня еще и 8 баллов на следующий ход. Это вообще изи катка. Здесь, да, особо, короче, и не нужен был. Я мог бы защититься спокойно себе на 4. И пережить этот удар. Можно было обойтись двумя животными. Ну, а так 20 тысяч урона. Давай этот хомяк переросток в атаку. Так, ну, первый бой готов. Еще 2. Еще 2. Так, что у нас какая-то залагала прям так аж как-то.
Так, так и так. Берем. Вот, кстати, противники легкие. Ну, идут комбинации легкие. Вот такой вот зверь. Он подменится на Мегатерия. А там пойдет вот такой вот зверь. И кого еще бы взять? А, вот такой вот зверь. Опять же, надо было первым поставить более слабого. Да нет, все нормально. Кадровочка 54 кадра, 56. Так, Мегатерий. Сильно, но не смертельно. Так, у него сейчас будет 4 балла. Вот так вот, ты даже перестарался. Не, хотя у него один балл есть, у него был один балл, он его перенес. 2500, блин, ему надо бить всего лишь на 2 из 4. Один? Иди... А, 577, блин. Но мне надо сливать вот этого Геннадона, получается. Ну, я не защищался, потому что у него слишком много баллов. 7, атакует на 5. Блин, тоже нехорошо, у него еще 2 балла осталось. 2 балла, ребята, это чертовски много. Мне нужно бить минимум на 4. Ну, давайте так как-то сделаем. Иначе он меня 100% пробил. Сейчас у него, по идее, 5. Блин, у него 2 балла или 1? Если 5, то я выжил, если 6, то нам хана. Нет! Черт! Опять балла не хватило. Так, вот это уже становится не очень интересно. Так. Так, так и так. Если я возьму Мегатерия 700, он его за один удар не пробивает. Но тут вопрос, будет ли он подменяться. Так. Кем будем воевать? Ну, на самом деле, да, Тила Космил бьет больнее, чем какой-то там Мегатерий. Хотя... Ладно, сыграем по классике. Братец, ты ж меня не будешь атаковать. Вот ты подлец, продажный братец. Ничего, сейчас мы распетляем. Он все-таки решил нас уничтожить моментально быстро. Но это нам только на руку. Раз, два, три. Один вал в защиту. Хотя, может, и не стоило бы. Он сейчас подменится. Да, вообще не стоило защищаться. Так, а он только что полностью себя открыл, то есть я его сейчас буду пробивать. На раз, два, три. И тут можно даже не защищаться, наш Тила Космил 30 сможет легко пробить. Вот смотрите, как здесь вообще все легко пошло.
Да, представляете, как бы анаконда должна была съедать вот этого оленя? Никак. Она бы заглотила его, начиная с задницы, а голова бы с рогами торчала, пока там туловище не переварится, и она его не отрыгнет. С половины. Вот такой вот олень. Вроде как и убила, а съесть-то не может. Как вы считаете, как бы повела себя анаконда или там титанобоя, если попадись ей там вот какой-то лось или олень вот с такими рогами большими? Так. У нас тут дела не очень. Нужно вот освободить кого-нибудь. Кто у нас тут самый дешевый? Смотрите, Брантотерий. Ну, давайте Брантотерия попробуем. Ну, вот так вот. Мамонт живучий, конечно, но не против 2400. Но это меньше половины, это хорошо. Мы еще переживем. Но 5 косарей, блин, а у них много жизни очень. Много жизни, много. И стоят они не в таком порядке, как бы мне хотелось. Мне Брантотерия защищать придется. Ну хорошо, хоть он на все три проатаковал. Да. Но придется защищать Брантотерия. Блин, на 4, ребята, защищаю. Потому что там Динотерий с бонусом может бить около 2500. 200. Ладно, надо было 3 поставить. Ну кто же знал. Давай, атака на 4. Молодец. Так, ну у нас все пошло как по маслу, конечно. Лишних $160, конечно, потратили. Если бы я не записывал, я бы, наверное, не стал тратиться так. Но почему бы и нет. Кушай, кошечка, кушай. Этого крысёныша. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Не знаю, зачем я сделал это так, но будем. Это наша месть за проигрыш. Первый наш. Вот так вот. Нокаутировали его с правой, с левой. Хук сверху, хук справа, хук слева, апперкот снизу. И прямым ударом добили. Ну, 100 баксов дали и диплодока дали. И осталось всего лишь 2 битвы нам, чтобы открыть бой битву титанов, очередную. Ну, она была, в общем, очень простая в прошлый раз. Посмотрим, какая она будет на этот раз. Ну, а на этом все. Всем пока.